Желание, инициатива, настойчивость и обмен опытом. На Ставрополье завершил работу уникальный просветительско-образовательный проект «Школа парламентаризма» при поддержке Думы и правительства региона. Он нацелен на переподготовку и повышение эффективности работы молодых депутатов. В двухдневной школе приняли участие 60 энергичных молодых специалистов. В насыщенную программу вошли семинары, обучение работе в команде, а также встречи с экспертами. Ребята хотят эффективно работать на территориях, но мы не знаем друг друга. Сегодня задача школы парламентаризма – обеспечить постоянную площадку для взаимодействия, для повышения уровня знаний, для обсуждения конкретных инициатив и тем, которые в дальнейшем будут реализованы в Ставропольском крае. И мы очень уверены, и мы очень надеемся и уверены, что это будет постоянно действующая площадка, на которой мы сможем работать. Молодые депутаты также обсудили два важных вопроса. Это рейтинг муниципальных образований и эффективность работы народных избранников на местах. Мы хотим создать такой объективный рейтинг, при котором можно было бы определять наиболее успешное муниципальное образование. И уже эти муниципальные образования уже ставить пример другим. Кто из депутатов в нашем крае более является активным, будет в этот рейтинг включаться количество его встреч, количество обращений, заявлений, реагирование этого депутата. И на этой основе будем уже определять рейтинг депутатов.